Всем привет, с вами Андрей Санар, и сегодня я нахожусь на территории главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. Здесь проводятся масштабные учения. Сегодня здесь проводятся крупномасштабные учения добровольцев-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также здесь занимается аэромобильная группировка Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Понятное дело, что я как представитель тайм-триала здесь не просто так. И за моей спиной вы можете видеть наши палатки, которые действительно классные, которые признаны всеми спецслужбами. На территории установлены 4 пневмокаркасные надувные палатки от тайм-триала. В ближайшей палатке находится штаб, палатка с триколором. Это мобильный госпиталь, там проводится первая помощь пострадавшим. Еще одна синяя палатка с другой стороны водоема. Это палатка психологической помощи. Там работают с пострадавшими. И в самой большой белой надувной палатке организована мобильная столовая. Здесь ребята принимают информацию с 8 точек. Это психологическая поддержка, первая помощь, ликвидация ЧС, ДТП. Они принимают информацию, записывают, сколько у нас пострадавших, сколько необходимо оборудования, сколько оборудования на этапе. Все проходит через штаб. Здесь отрабатывается целый ряд ситуаций, которые могут быть в реальности. Это и спасение на воде, и преодоление завалов, отработка последствий ДТП, пожаров. Все курсанты, студенты задействованы здесь. И постоянно это будем проводить, регулярно. А что о пневмопалатках скажете? Одним словом, если, то супер, наверное. Если как-то больше здесь раскрыто сказать, то это для нас очень важно. Это как раньше у нас было, значит, время очень много тратилось на это, на оборудование палатки сделать старого образца. Здесь это и условия, и современность, и комфорт. Здесь очень много слов можно. Одним словом, супер, большое спасибо. Все очень довольны, всем все очень нравится. Оказываем психологическую поддержку. Кто человек, почему один сидит? Просто так сидит? Нет, со мной. А, все, вижу. Угу. Так, вы тут просто зашли, да, погреться. Да. Шикарная столовая! К сожалению, из-за логистических проблем мы не смогли привезти сюда моторафт «Волнотрон». Я очень-очень сильно по этому поводу сожалею, но такова жизнь. Зато привезли покрафт, который сделан из уникальной толстой ТПУшки 600 граммов на квадратный метр. Прочнейшая неубиваемая ткань. Из-за размеров его вес все равно несерьезный. Днище сделано из такой же ТПУшки. Вообще там все просто снимали. Получилось не с первого раза. Ну так это нормально. Я бы с первого раза не сделал. Это нормально. Вы еще в гидрокостюмах-то не научились работать. Поэтому в этом плане переживать не нужно. Главное, что вы сделали задачу. Победитель не судит. Здесь отрабатывается спасение пострадавшего из машины при ДТП. Вставляем вот таким вот образом и начинаем сжимать тем самым.
меняя геометрию двери и пытаться сломать замок. Отлично, смотри, красавчик. Теперь нажимаем. Ребята, сейчас у нас условная дегазация. Да, значит, давайте поливаем вот этот забор. Помогите ей! Она кричит, она может умереть! Помогите ей, пожалуйста! Помогите, Катя! Я не хочу идти без нее! Я не пойду без нее! Где мой брат? Помогите, пожалуйста, им! Я не хочу идти без них! Здесь происходит спасение пострадавших из завала. Где моя сестра? Почему я без сестры? Где моя сестра? Где моя сестра? Почему нет? Нога! Где моя сестра? Человек в дальнем левом углу, предположительно без сознания. Да. Как мы сейчас видели, при спасении людей из завала все сделано очень-очень грамотно. Не просто выносят какой-то манекен, а там реальный живой человек, который сопротивляется, который беспокоится о своих родственниках, оставшихся в завале. Такое действительно имеет место быть в настоящей ситуации. И очень хорошо, что это все правильно и корректно отрабатывается.